На этом уцелевшем мраморе было высечено о существенских священных импульсах, называющихся вера, любовь и надежда. А именно, было высечено так. Вера, любовь и надежда. Вера сознания есть свобода. Вера чувства есть слабость. Вера тела есть глупость. Любовь сознания вызывает то же самое в ответ. Любовь чувства вызывает противное. Любовь тела зависит только от типности и полюсности. Надежда сознания есть сила. Надежда чувства есть рабство. Надежда тела есть болезнь. Прежде чем продолжать рассказывать тебе относительно дальнейшего, связанного с деятельностью Пресвятого Ашиата Шри-Маши на благо твоих любимцев, по-моему, следует разъяснить тебе немного подробнее касательно того внутреннего импульса, который там твои любимцы называют «надежда», и про который Пресвятой Ашиата Шри-Маши отметил, что дело с ним обстоит хуже, чем с двумя первыми. Мои позднейшие личные наблюдения и исследования, сделанные специально относительно этого самого в них имеющегося странного импульса, ясно показали, что факторы для порождения в их наличии такого ненормального импульса лично для них самих являются действительно самыми злостными. Благодаря ненормальной этой их надежде там среди них возникла и поныне существует со свойством эволюционироваться одна очень своеобразная и в высшей степени странная болезнь, именующаяся там завтра. Эта странная болезнь завтра повлекла за собой ужасающие последствия, особенно для тех тамошних трехмозных несчастных существ, которые случайно узнают и категорически всем своим наличием убеждаются в том, что в них имеются какие-то очень нежелательные данные, для избавления от которых им необходимо делать известные усилия, и даже сами знают, как именно их делать. Но благодаря упомянутой болезни завтра им тоже никогда не удается производить эти требуемые усилия. Только из-за этой болезни завтра, именно злостной части всего того большого ужасающего зла, которое по разным большим и малым причинам сосредоточено в процессе обычного существенского существования этих горемычных трехмозных существ, и эти тамошние несчастные существа, которые случайно узнают обо всем сказанном, своими откладываниями от завтра до завтра тоже лишаются возможности достигать чего-либо действительного. Эта странная для твоих любимцев злостная болезнь завтра уже для существ современности стала помехой не только в том смысле, что они окончательно лишились всяких возможностей изъять из своих наличий окристаллизовавшиеся последствия свойств органа кундабуфера, но препятствует также большинству из них выполнять честно хотя бы те свои существенские обязанности, которые в установившихся уже условиях обычного существенского существования стали совершенно необходимыми. Тамошние трехмозные существа, особенно современные, благодаря болезни завтра, почти всегда все то, что требуется сделать в данный момент, откладывают на после, причем уверены, что после сделают лучше и больше. Из-за сказанной злостной болезни завтра большинство тех тамошних несчастных существ, которые случайно или благодаря сознательному воздействию со стороны сознают имеющимся в них разумом и начинают ощущать всеми своими отдельными одухотворенными частями полное свое ничтожество и узнают также случайно, какие и как надо делать существенские усилия, чтобы сделаться такими, какими подобают быть трехмозному существу,
тоже откладывая от завтра до завтра, почти все доходят до того, что в один печальный для них день в них возникают и начинают проявляться, как они говорят, предвестники старости, так называемые бессилие и немочь, которые являются неизбежным уделом всех космических больших и малых образований в конце их свершительного бытия. Здесь непременно надо тебе сказать и о том странном явлении, которое я констатировал там во время моих наблюдений и изучений почти совершенно перерожденного наличия этих твоих любимцев. А именно, я констатировал определенно, что у многих из них к концу их планетного существования большинство окристаллизовавшихся и, следовательно, имевшихся в их общем наличии последствий свойств все того же органа, сами по себе начинают атрофироваться, и даже некоторые совершенно исчезают, вследствие чего они начинают лучше видеть и ощущать действительность. В таких случаях в общем наличии твоих любимцев появляется сильное желание работать над собой, работать, как они говорят, для спасения своей души. Но, конечно, от таких их желаний ничего выйти не может по той причине, что для них это уже слишком поздно, так как то время, которое для этой цели дано было им великой природой, прошло. И хотя они видят и чувствуют необходимость осуществления требуемых существенных усилий, но для выполнения такого своего желания в них теперь имеются одни лишь бесплодные позывы и закономерные старческие немочи. Итак, мой мальчик, позже мои изыскания и исследования касательно дальнейшей деятельности Пресвятого Ашиата Шаймаш на благо трехмозных существ, возникающих и существующих на твоей планете, мне выяснили следующее. Когда этот великий, почти бесподобный по своему разуму священный индивидуум окончательно убедился, что обыкновенные священные пути, которые существуют для цели усовершенствования всех трехцентровых существ Вселенной, для существ этой планеты Земля уже не годятся, он после годового уже специального наблюдения и изучения их психики опять поднялся на ту же гору Визиньяма и в течение нескольких земных месяцев созерцательно обдумывал, каким образом осуществить свое решение. А именно, чтобы существ этой планеты спасти от перешедших к ним по наследию предрасположений к кристаллизованию данных от последствий свойств органа Кундабуфера через уцелевшие в их подсознании данные для основного существенского священного импульса совесть. Тогда-то эти его обдумывания первым долгом окончательно его убедили, что хотя через посредство этих уцелевших в их общем наличии данных для порождения священного существенского импульса действительно и возможно спасти их, но только в том случае, если проявления уцелевших в их подсознании данных сделаются непременными участниками функционизации того их сознания, под директивой которого протекает их повседневное бодрственное существование, и такой существенский импульс будет в течение долгого периода времени проявляться через всякие аспекты такого их сознания.